Переселенцы из Чекановского смогут заехать в новенькие квартиры уже этой осенью. Глава Братской администрации Елена Гольцварт сегодня заявила, местные власти начнут подписывать договоры с чекановцами в ближайшее время. Сейчас списки переселенцев сформированы, осталось получить документы на один из домов и кадастровые документы на квартиры. Предположительно, это произойдет в 20-х числах сентября. Таким образом, первые переселенцы из Чекановского смогут заселиться в квартиры уже осенью. Если так говорить предположительно, то где-то вот в конце сентября, во второй половине октября мы начнем подписывать договоры. Но работа с жителями, она уже идет. Причем я хочу отметить, что в принципе это стандартная процедура. Чекановский переселяется не один год. И как бы такая работа велась всегда, она ведется и сегодня. Напомним, эпопея с переселенцами из санитарно-защитной зоны Братского алюминиевого завода длится с весны. На деньги предприятия были построены 2 9-этажки, но переселение людей постоянно по разным причинам откладывали. Добавим, что местная власть совместно с компанией «Русал» должна расселить всех жителей Чекановского до 2015 года. Строительство новых блок-секций ведется также в 26-м микрорайоне.